Здравствуйте. Сегодня вы участвовали в показе замечательно. Расскажите несколько слов, ваши впечатления о показе, что вам понравилось? Я скажу больше, это не первый показ Надежды Шибиной. И вообще, это наша дружба уже длится 3 года. Все мои самые красивые афиши делала Надя. Сейчас Надежда готовит мне еще один сюрприз. Мы снимаем совместный видеоклип с ее детками, с ее нарядами. Показы все были великолепные. Мне очень нравится в Надежде то, что это очень профессионально. Профессиональный подход к деткам, он бережный, он профессиональный. Но я называю это не школа красоты, а армия. Потому что здесь все строго, как в армии. Сел, встал, упал. Понимаешь? Красиво, все здорово, красиво, дорого и богато. И все это, знаешь, такое выводит нашу страну на другой уровень немножко. Я давно живу, много показов за свою жизнь видел, да, и за границей, в Милане, и в Риме, и в Чикаго. Но вот с Надей работаю легко, и детям она очень нравится, это здорово. Ну и идеи бешеные, безумные, красивые. Скажите, а что важнее, мода или свой собственный индивидуальный стиль? Ты знаешь, стиль должен быть, но он должен немножко прислушиваться и к моде. Потому что, знаешь, на каблуках, колготках и в трусах, стрингах всю жизнь на сцене не пропоешь. Нужно как-то моде-то придерживаться. Ваши пожелания организаторам? Мои дорогие, на самом деле организаторам. Она на своих плечах это тащит все одна, организаторам. Вот там побольше бы организаторов, товарищи, чтобы мы краше, красивее, дороже, уже быстрее там бы себя зарекомендовали уже в Европе. Да, надеюсь, здоровья желаю, терпения. Ну и у нее появился новый друг, она завела себе породу чихуахуа буквально позавчера. Вот. Новый пацан в ее жизни. У нее есть один, вот еще один. Мои родные. Главное терпение, трудолюбие, а всем я желаю, чтобы слушались. Надя говорит правильные вещи. И это ваша будущая профессия. Помните об этом. Спасибо. Спасибо вам.